Власти густонаселенного Мехико уже давно призывают людей пересаживаться на велосипеды. Теперь же горожане сами выбирают этот транспорт вместо общественного. Предпочтения изменились на фоне пандемии. Это наилучший способ не загрязнять природу и передвигаться, не пользуясь услугами автобусов и метро. В Мехико и пригородах живет более 20 миллионов человек. До пандемии на метро ежедневно ездили 5 миллионов пассажиров. Теперь многие хотят соблюдать социальную дистанцию, а также укреплять иммунитет с помощью физических нагрузок. Я предпочитаю сесть на велосипед, а не ехать в метро, чтобы не рисковать во время карантина. Кроме того, это полезно для здоровья. В магазинах стали продавать больше велосипедов. Многие покупают велосипеды, потому что боятся добираться на общественном транспорте до работы. Также люди хотят вести активный образ жизни. Люди боятся общественного транспорта. Они хотят заниматься спортом, стать сильнее и здоровее. Все велосипеды покупают очень хорошо. Продажи выросли втрое. Власти Мехико уже отреагировали на рост популярности двухколесного транспорта. Недавно они выделили велосипедную полосу на городских дорогах. Ее общая протяженность 70 километров. Чиновники надеются, что популярность велосипедов сохранится и после пандемии.